Я Хеймдаль, также известный как Наблюдатель Миров, Всевидящий и Всеслужащий Асгардец, Страж Радужного Моста. Я Асгардец, одаренный сенсорными способностями, намного превосходящими способности других асгардцев, что позволяет видеть мне почти все, что происходит в девяти мирах. По этой причине меня сделали привратником в Асгарде. Моя цель — защищать обсерваторию на мосту Биврест. На протяжении всего времени своей службы в качестве стража моста я заботился о том, чтобы ни один враг не смог пройти мимо меня в Асгард. Тем самым я гарантировал безопасность во время правления царя Одина, которому был предан всей душой.